Привет-привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам о play-to-earn игре под названием Imperium Empires. Это находящаяся в разработке MMORPG, которая планируется довольно масштабной и амбициозной, чтобы соответствовать классу AAA. Собственно, трейлер игры вы можете видеть сейчас на экране, и по нему уже можно оценить примерный уровень графики и динамики, который будет в игре Imperium Empires. Сама игра разрабатывается в космическом сеттинге. Мир Imperium Empires представляет собой масштабную метавселенную, состоящую из множества различных планет. Основу геймплея будут составлять космические баталии, в которых основным активом игроков будут их звездолеты, состоящие из множества сборных NFT деталей. В этом кроется уникальная черта Imperium Empires, команда которой заявляет ее как GameFi 2.0 игру. Ведь в отличие от многих других проектов, у Imperium Empires будет иметься дефляционная система не только для утилитарного токена IME, но также и для всех NFT в игре. Реализовано это будет довольно креативной, не просто какой-нибудь бездумной системой байбека и сжигания. Система будет интегрирована в игровой процесс. Поскольку все космические корабли игроков будут состоять из множества NFT деталей, то со временем в ходе боя эти детали могут ломаться и приходить в негодность. Игрокам придется менять их, чтобы не терять боевые характеристики своего звездолета. И тем самым для NFT в Imperium Empires будет поддерживаться постоянная ценность. К тому же в ходе сражения игроки смогут грабить корабли друг друга и воровать с них NFT запчасти. Особенно учитывая, что в Imperium Empires, помимо стандартных PvE и PvP режимов, будет еще и обычный режим командных боев. Как и в любой MMORPG, игроки в Imperium Empires смогут объединяться в кланы и участвовать в масштабных сражениях, состоящих из сотен или даже тысячи игроков. Эта система называется Team to Earn, и, как отмечает команда Imperium Empires, тоже является частью концепции GameFi 2.0. Кстати, что касается команды, она у Imperium Empires является экспертной и опытной. За разработкой игры стоят специалисты, ранее работавшие в таких компаниях, как Animoca, Uber и Tencent. Помимо этого, разработчики поддерживают такие инвесторы и партнеры, среди которых имеются множество крупных венчурных фондов, вроде Three Arrows Capital, AT Capital, Kiras Ventures, Paramount Capital, Avalanche Foundation и некоторые другие. И кстати, Avalanche в этом списке присутствует неспроста, ведь именно в данном блокчейне отчеканены все NFT из игры Imperium Empires, а также внутриигровые токены IME, что является еще одной отличительной чертой Imperium Empires. Токены IME можно будет зарабатывать в ходе игры за участие в турнирах, уничтожение кораблей других игроков и продажу лута. Применяться IME будут для оплаты NFT, деталей кораблей, чертежей, спонсирования и прокачку гильдий, стейкинга и так далее. Эмиссия токенов IME является ограниченной, это 10 миллиардов штук, из которых 45% будут постепенно передаваться игрокам и стейкерам через награды, а остальные токены были распределены между командой, комьюнити и начальными инвесторами. Собственно, в данный момент IME уже вышли в полноценный релиз и успешно торгуются на таких биржах, как TradeJo и MEX. Однако релиз самой игры Imperium Empires будет чуть позже. Согласно планам команды, в текущем квартале они выпустят предварительную демку игры. Затем у них будет этап альфа и бета-тестирования, а полноценный релиз намечен на конец текущего года. Помимо этого, в будущем у Imperium Empires будут проходить еще и распродажи NFT токенов, которые, я напомню, являются дефляционными. Пока что точные условия их приобретения неизвестны, однако я советую вам подписаться на социальные сети проекта Imperium Empires, например, на их Twitter, чтобы быть в курсе всех событий игры и первее всех узнать о грядущем сейле NFT. А также на YouTube-канале Imperium Empires можно найти превью некоторых будущих NFT ассетов из игры. Но, разумеется, я не призываю вас участвовать в распродаже NFT и покупать токены IME. Любые инвестиции в криптовалюту и незаменяемые токены – это всегда большой риск. Поэтому обязательно проводите собственные исследования перед совершением любых вложений. На этом у меня все, друзья. Жирных вам иксов, вовремя фиксируйте свою прибыль и до новых встреч. Пока-пока!